Ну что ж, можно дальше двигаться. Кубок лесов у нас. А что у нас там по машинкам? Ох, нифига, скутер у меня есть, оказывается. А, нет, подожди, его надо покупать. Ребята, у меня куплен только трактор. Ну давайте поедем, попробуем на тракторе. Так, все, едем. Ну, не знаю, конечно, как на тракторе мы выиграем или нет. А, потому что у трактора-то у меня... Трактор, ребята, по правде. Я не особо его улучшал. Ну, не было времени, не было средств, то бишь денег, чтобы улучшить. А, смотри, смотри. Первую позицию мы отработали. Хорошо. Давайте еще раз. Еще раз попробуем. Поедем. А, ну, в принципе, смотри, на тракторе хорошо мне получается. Тьфу-тьфу-тьфу. Ой, монетки. Монетки пропустили. Ну да ладно. Тут главное выиграть, а не монетки собирать. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть не перевернулись. Чуть-чуть. А вот и финиш. И у нас опять-таки... Эх, первое место. Хорошо. Так, дальше. Опа, идеальнейший старт. И нам дается небольшое ускорение. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тихо, головой. Ой. Ребята, я вот реально сейчас у меня... А, ладошки аж вспотели, потому что чуть головой не стукнулся. Было бы первое место, конечно, ага. Так, все, здесь сейчас проедем аккуратненько. Вот и финишка, финиш. Есть. Отлично. Мы в принципе... А, нет, все, первое место, мы заработали первое место, ребятушки. Очень даже хорошо. А, ну что ж, отправляемся дальше. Болотистый кубок какой-то. Итого у нас 23 тысячи монет. Отлично. Опа. Все, поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто это у нас тут? А, болотистое место. Ё-моё, вонючки, вонючки. Как же мне здесь? А как мне? Подожди, у меня не хватает мощности. А, я еще стукнулся башкой. Ой, вообще замечательно. Об этого динозавра. А, крокодила. Крокодил, ребята, кстати. Можно сказать, что это и динозавры. Угу. Крокодильчики. Почему бы и нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай. А, мне не хватает мощности. Вот и все. Не думаю, что я тут проеду, конечно. Не хватает у меня мощности на... Ух ты, нифига! Офигеть! Чуть не перевернулись. Опа, тихо, тихо. Давай-давай-давай-давай. Ё-моё, я здесь не смогу подняться. Надо улучшать трактор. Ой, реально, реально, ребята. Не получается, разбились. Угу. Да, кстати. Надо трактор улучшать. Ну давай хотя бы здесь попробовать занять первое место. Опа, нет, смотри, вонючий случай. Опять-таки, опять у нас такая трасса нехорошая. Ёлки-палки, ну давай попробуем. Опа. Кувырок сделали? Да, разбились. Не получилось у нас здесь, ребята, выиграть. Даже мы откатились назад. А, давайте выберем тогда другую машинку. Вот эту вот. Первую нашу. Попробуем выиграть. Я думаю, мы выиграем. Машинка-то прокачанная. Поэтому выиграть будет легче нам, чем... На тракторе. Смотри, видишь, как я оторвался? Это все благодаря гаджетам, которые вот у меня стоят. У меня стоит гаджет-ускоритель, который тратит очень сильно бензин. И второй гаджет у меня. У меня третьего гаджета нету. И второй гаджет у меня стоит, ребята. Который... не знаю, как объяснить. Берешь монетки, и он ускоряет. Он ускоряет от монеток. Это очень хорошо. Так, мне кто-то хочет обогнать. Смотри, какой-то чувак. Ах ты гад. У него тоже такая штука стоит или нет? Не вижу. Нет. У него что-то другое там стоит. Ракета, кажется. Ракета нужна для ускоренного старта. Если ты правильно стартанешь, то ты выигрываешь, получается. Вот, первое место мы заняли. Отлично. А, ну давай. А, сейчас будет болото, нет? А, новый кубок, весенний город. Ну, давай попробуем. Вот весенний город. Что ж, поехали. Опа, идеальный старт.
Так, трасса город мне нравится. Прикольная трасса. Ой-ой-ой. Кстати, я вам расскажу такой случай. Играл же я в King Crim Racing. Очень много прошел. У меня были половина машинок всяких разных. А аккаунт у меня не был привязан. И после того, как я создал аккаунт уже, ну, чтобы привязать, да, игру, получилось так, что игра обнулилась. И у меня все машинки, все мои достижения пропали. Как бы, ладно, машинки. Как бы, ну, машинки да машинки. Но с обновлением игрушки, Hip Racing у нас обновлялась недавно. Они сделали такую штуку нехорошую. Карты. Теперь нельзя купить. Их надо зарабатывать. То бишь, как вам сказать, собирать звездочки. Меня это так расстроило. У меня сейчас открыто только две карты. А раньше было больше половины открытых карт. Офигеть, да? Как так? А теперь приходится наверстывать упущенное. Заново все играть. Ну, я не унываю, поэтому что ж поделаешь. О, пропустили монетки. Тут надо много-много монеток зарабатывать еще. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, все, бензик взяли. И как-то я начал играть, ребята, и получается, очень удачно я открыл вот эти вот гаджеты, которые на машинке сейчас стоят. Очень удачно. Получается, я быстро выигрываю. Первый босс, кто помнит, Мэтти, которая... Очень тяжело было ее мне победить в свое время. На этой машинке я победил вообще в два счета. Вообще в два счета. Легко. Потому что вот из-за гаджетов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет! Так, а ну-ка, можно здесь подняться, нет? Ё-моё, у меня еще и бензин закончится. Да, если бы не закончился бензин, может быть, я бы поднялся, да. Эх. Так, еще третья попытка. Третья попытка. Там просто... Я как-то неудачно поехал. Не смог перепрыгнуть. Ну да ладно. Мне главное сейчас первое место занять. И возможно у меня будет первое место. Может быть второе. Но второе не так страшно. И третье, кстати, место тоже не страшно. Главное не четвертое. Прогресс, потому что пойдет вниз. Если четвертое. Если третье, то прогресс останется на месте. Если второе... Тогда прогресс будет улучшаться. Ну, не так сильно, как первое место. Сейчас посмотрим, какое место мы заняли. Первое место. Отлично. Чуть-чуть проехали. А что у нас там потом будет? Это что такое? Кубок какой-то, да? А, машинка будет скоро. Ну, давай попробуем открыть машинку. Так, поехали. Опа. Все, идеальный старт у нас. Сейчас надо будет... Ух ты. Ну, не знаю, какой-то определенный момент мне, конечно, надо будет машинку прокачивать. Когда мы не сможем уже так легко проходить эти трассы. Ну, а пока что я деньги просто коплю. Я не знаю, я не вижу большого смысла сейчас пока прокачивать машинку, деньги тратить. Потому что с помощью таких двух гаджетов машинка очень хорошо едет быстро. Ну, скорее всего, прокачать машинку можно, чтобы мне открыли третий гаджет. Чтоб третий гаджет я взял бы какой. А взял бы я, наверное, ребята, магнитик. О, главное не упасть. Да ё-моё, чё ж такое? Чё оно так встало? Ладно, разбиваемся. Ай. Пришлось разбиться, потому что он встал на бампер. Непонятно как. Странно очень. А хотя, знаешь, может быть и надо будет прокачать сейчас машинку на всякий случай. Колеса можно прокачать. Мощность двигателя. Кстати, прокачивая мощность двигателя, у нас и бензин может не так будет быстро уходить. Между прочим. Возможно. Но гаджет бензин сжирает вообще, мама дорогая. Есть, первое место. Так, и что у нас тут получится? А получится у нас первое место превосходно. Так, ух ты. Ежедневный приз. Кристаллики. Забираем. О, 10 самоцветов. Ребята, скажите, пожалуйста, куда эти самоцветы тратить можно?
О, управление, амортизаторы. На такую машинку. А я такую машинку, кажется, не открывал или открывал. Офигеть. Сейчас посмотрим. Давайте возьмем приключения. Лес, гонка. Посмотрим, открывал я эту машинку, покупал или нет. А, нет, я ее не покупал. А все равно мне дали на нее почему-то гаджеты. Ладно. Сколько у нас здесь? 76, да, улучшение мощности. Нужно будет... ну, давай повысим мотор, купим. Сцепление повысим. Подвеску. Низкий центр тяжести и хороший амортизатор повышают устойчивость на скорости. Ну, давайте скорость улучшим. А полноприводный что нам придает? Дает лучшую передачу мощности. Ну, давай тоже купим. Все, деньги закончились. Так, у нас получается 86. Ага. 86. Блин. А чтобы это открыть, нужно 106. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, улучшение крыльев. Бесплатно. Можно повысить, посмотрев рекламу. Давайте посмотрим быстренько.